Последние 5 теплых дней в Ульяновске с температурой плюс 8 градусов и выше стали предвестником отключения тепла в многоквартирных домах. Завершающийся отопительный сезон прошел в штатном режиме, заверяют руководство Ульяновского ПАО «Т+». Комплексная подготовка теплосетей и в этом году принесла плоды. Обновлены около 17 километров теплотрасс. И в этом году у нас большая инвестиционная программа. Суммарно с ремонтом она превысит почти 1 миллиард рублей. Соответственно, даже те ограничения, которые сегодня происходят в условиях роста тарифа и так далее, вернее, роста цены на материалы, мы обязательства все свои планируем выполнить. Объектов и количество этих объектов не уменьшается. Уже в новом отопительном сезоне энергетики заменят 10 километров трубопроводов. Также займутся ремонтом и апгрейдом основного и вспомогательного оборудования электростанций. По плану и повышение тарифов с 1 июля. Но не на 12,5%, как писали в некоторых интернет-источниках, а на 6%. Специалисты добавляют, такое увеличение прописано в соглашении, заключенном еще в 2019 году. Цена на тепловую энергию в городе Ульяновске не вырастет больше, чем на 6% ни у одного клиента. И вне зависимости, клиент ли это Т+, либо это клиент там, не знаю, городских каких-то муниципальных предприятий, в том числе и наши транспортировщики тепла, которые получают сегодня тепло от Т+ и, соответственно, транспортируют до конечного клиента, вырастут всего на 6%. Параллельно с завершением отопительного сезона уже идет подготовка к следующему. Энергетики проверили тепловые сети на максимальную температуру. Испытания прошли недели ранее. В те дни в системе теплоснабжения города вода циркулировала повышенной температуры 115 градусов. Такую проверку проводят 1 раз в 5 лет перед окончанием отопительного сезона. Рената Алиулова, Улправда ТВ.